Всем привет, с вами Андревар. Снова видео по заявке подписчика. Написал, что чувак, а давай ты будешь играть торами или другими какими-нибудь войсками до победного конца. То есть сколько ты сможешь вынести противника и не восстанавливая свои войска. То есть тем самым как бы выносить подряд. Хотя, наверное, не так много. Ладно, просто выносить и все, и умереть. Но посмотрим, сколько у меня получится вынести войск своими вот моими торами, вынести противников, не восстанавливая ни одного тора. Специально для этого запылил статуи. Возьму доктора Кавана. И давайте посмотрим, сколько получится вынести. Я подобрал немножечко противников, уже их обозначил. И сейчас мы с вами начнем. Это первый у меня. Он ниже меня по левелу. То есть я, соответственно, очень сильно надеюсь, что вынесу его абсолютно без потерь. Приступим. Так. Выносим это, выносим красную, обстреливаем здесь и начинаем бежать. Будем бежать по самому центру, в наглую. Чё тут смущаться? Так, будем собираться на пулеметике. Оп, оп. Так, ну что, полетели. Давай, Каван. Я просто надеюсь на самое главное, на Кавана. Надеюсь, что он начнет там захил. Блин, тас. Уже одного потерял. Чик-чик-чик. Уже одного потерял, короче, не очень вышло. Двоих потерял, то есть на самом, как бы, вообще простом. Что же будет дальше со мной? Так, разбрасываем шоки, разбрасываем. И включаем способность доктора Кавана. Так, да, двоих и потерял, ну, блин, я не понял, что вот тут они стояли, нахрена надо было выбегать с левой стороны так далеко. Но, как бы, будет продолжаться. Как бы, ох, ты чуть-чуть не нажал на восстановление. Но бой будет продолжаться. Так, смотрим следующее. Вот, 62-й. Уже выше меня. Так, что у него здесь? Нормально. Так, здесь нормально. И начинаем тоже. Сразу же начинаем. Я, как бы, уже некоторых прочекивал. То есть, я ж не просто так написал, что этот нормик, он мне зайдет. Я, конечно же, всех прочекал. Посмотрел, кого смогу. Ну, я, правда, не знаю еще, сколько вообще смогу, но с большего уверен, что что-нибудь да получится у меня вынести. Так, начинаем, и понеслась. Честно, не помню, насколько у них там уже прокачанные. Чик. Так, сюда. Пэм. Вот так. Короче, нормально. Что, еще одного потерял? Не, там зелененькая была, все отлично. Пока больше никого не потерял. Главное зашокивать пушки, пушки-бум. Оп. Чтобы как можно меньше терять именно за счет пушек-бум. То есть они что точно выстрел-минус. То есть за этим следить в этот раз надо, хотя вообще на самом деле торами за пушками будем следить вообще не надо, но в этот раз надо очень за ними следить, потому что хочется как можно больше пройти. Так, два, считайте, уже два есть. Так, собираем. Так, там того надо было, блин, но ладно. Так, следующего, смотрим, надо или не надо, 65-й левел, ну короче максимально, что здесь у него? Да, здесь такая, в принципе, ничего расположения. Синьки нет. Самое главное, в некоторых я выбирал, что нету синьки. То есть за счет этого мне будет гораздо легче играть и выносить их. Ну, самое главное, аккуратненько добежать, аккуратненько все сделать, свои черные делишки. Так, высаживаемся. И тоже. Так, чик. На пушку бум идем, сбор. Эх, блин, да, ну что ж вы делаете, торы-то? Что ж вы делаете? Так, ладно, в штаб не побежим. Побежим сразу. Вот таким вот образом. А вот теперь можно в штаб перебросить и собраться. Эх, блин, доктор Каван сдохнет. Сдохнет собака. Ну, сдохнет и ладно. Так. Пин. Так, тык. Все отлично. Видите, получилось... А, ну один сдох, да, уже видите троих. Это, то есть, третий противник, я потерял троих.
Потерял троих незаслуженно. То есть они выбегают, я за ними уже ничего я им сделать не могу. Ну почему? Ну один выбегает, то есть все бегут нормально, один выбегает. Все бегут нормально, один выбегает. Короче, непонятно. Дальше идем. Троих потерял, но мы движемся дальше. Я думаю, еще чуть-чуть повыносим. Снова синьки нету. По-моему, нету. Что-то 4 статуи. 5. Что-то где-то спрятано. Короче, что-то где-то спрятано. Ну ладно, это мелочи. На самом деле это мелочи жизни. Ну, спрятал он где-то синьку и спрятал. Что там до него? Может, не спрятал, может, мне кажется. Так, и вот таким вот образом. Такс. Давай, то ес верхнюю снял. Я еще не помню, здесь есть, нету. Видите, я ж не прочекиваю особо, поэтому будем... Ох, блин, что это было? Мисклик. Мисклик. Так, доктор Каван в этот раз 100% будет за мной бежать, потому что ну просто дофигища. Торов уже покоцано. Да зайди ты, чувак, зайди быстрее, блин, зайди в один дым. Ну, собака сутулая. Так, раз, два, три, четыре, и щит, плюс аптечек. И да, больше никого. Четвертый, снова без потерь. Ну, не снова, я даже не знаю, это, ну, отлично, что без потерь, на самом деле, отлично. Мы сможем просто двигаться дальше, может... А не, ну хотя последних я там на все насобирал со щитами, чтобы вам было интересно, и чтобы я действительно не бесконечно их выносил под бустом, а уже закончил на чем-нибудь. Блин, так это уже четвертый, я уже почти всех вынес, надо было больше насобирать. Такс, этот надо, тогда в атаку надо, раз написано надо, значит в атаку. Здесь две синечки, но штаб достаточно простой. Здесь даже не надо ничего. Единственное, вот здесь высадим наших критеров, они побегут, взорвутся, отлично. И еще, ну возле штаба, ладно, чистить там нифига не буду, они и так добегут, не сдохнут авось. Так, побежали. Соберемся сразу у пушки. Эх, чуть, вот просто на грамулях. Такс. Так, отлично. И так. Плохо, мне кажется. Плохой дым. Переброшу. Каны хватает, лучше переброшу, потому что, видите, косанул с дымом. Верхние торы вполне возможно, что могли выйти. И за счет этого я бы начал их терять. А мне терять их не надо. Абсолютно не надо их терять. Да, снова без потерь. Блин, ну, честно, ну, 700 медалек. 714, 720 медалек у меня. На таких пока играю. Как получается собирать. То есть собирать действительно сложно. Я хочу собирать медальки. Не то, что я там сижу и не собираю. Я действительно хочу собирать медальки. Но не каждый раз у меня получается зачищать карту нон-стоп. Угу. Та-дам. Сейчас так. Здесь не помечено. В конце... Норм. Так, норм отлично. Это еще, наверное, один норм, который можно вынести. Да. 64 левел, почти максимально, 2 синьки, но действительно норм. Так, сразу снесем здесь. И возле штаба снесем, давайте. Так, давайте еще раз. Что-то не срабатывает мой тачпадик на телефоне. За счет этого приходится несколько раз кликать. Это вот видели в прошлом раз, когда шок полетел просто в непонятную сторону. Я вообще не понял, как он туда полетел. Кажется, и пальцем не тыкал. Такс. Отлично. Так, все собрались. И теперь на сам штаб. Раз, два, три. Разбрасываем шоки, включаем способность и бросаем еще. А, блин! Я восстановил торов, да?
Я восстановил Тора. Черт. Я даже не заметил. Блин, косяк. Это сколько у меня сейчас потеряно? Два Тора. Было три. Ё-моё. Блин, когда я успел? Ну ладно. Восстановил, да и восстановил. Ну, потерял я мало. То есть, ладно, потерял я, честно скажем, мало. Так, что у меня остался? У меня остался один противник, которого вот в конце я подписал. Ну, два Тора у меня потеряно. И давайте его все-таки вынесем минус двумя Торами. Здесь со щитом. Я его действительно, наконец, специально ради этого и оставлял. Потому что чувак со щитами. Так, так. И понеслась. Блин, да как это ж я так... Я даже, честно, не заметил. Я просто потом смотрю. Оп, потерял парочку Торов. Думаю, ну, отлично. А потом смотрю, а что это у меня восстановленные все? Такс. И сейчас будем сносить сразу щит. А потом уже базу. Потому что здесь по-другому, ну, не получится просто. Так, доктор Каван зашел в один дым. Это самое классное. Так, раз, два, три. Ну что, да, видите, ни одного Тора не потерял, даже со щитом. Большой заряд канонерки, огромный урон у Торов. Ну, блин, они тащат, да, они нормально тащат, так затаскивают. Так, ну что, еще, по-моему, со щитом один был чувак. Ладно, давайте, короче, если я всех своих повыносил, давайте продолжать просто выносить. А, блин, стоямба. Так, я его вынесу, нормально, вынесу. Надо, блин, я снова, видите, снова нажал на восстановление всех Торов. Сейчас пока буду бегать, их восстановлю. Так, стоп-э. Все, в атаку. Вот сейчас в атаку. Здесь уже посложнее. Здесь все-таки сделано специально минус, как бы, против Торов. Все сделано именно против Торов. Чувак, кстати, тоже чистит карту, но, блин, сорян. Ты мне надо. То есть я выбрал тебя, ты мне надо. Такс. Эрис, давай. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Побежали. И сюда. Так, вот таким образом я и буду бежать. Теперь на этот шок. То есть на шоковый генератор. Пэм-пэм. И теперь на саму базу. Ух, да, дофигища. Я уже вижу, что дофига потерял. Поэтому я ее не брал. Такая неудачная база. Так, разбрасываем. Чик, 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 чик. Аптечки. Посмотрим, сколько я потеряю в итоге. Но потеряю дофига, но челлендж продолжается. То есть я вообще не знаю, что это соревнование, сколько я пройду. Еще же есть противники. То есть я рано или поздно должен был кого-то потерять, закосячить. 9 Торов потерял, уже в сумме 11 потеряно. Так что мы продолжаем. Чех нам русский остался. Русский и этот один. Ну блин, давайте его выносить, что ли. Ага, выносить его не получится. Блин, ну на доктора идти там вообще дофигища хп, туда лучше не соваться. Почему? Потому что я уже слился там. Давайте. Родненькие, давайте. Бля, даже не забрал, прикиньте. А, блядь, бред, короче. Так, давайте. Ну давайте на него, на последнего, я даже не знаю, что уже делать. Надо же потерять всех Торов. Тоже со щитом, но щит первого левела. Так, давайте обстреляем. Так, у него синька. Синька в кустах спрятана, даже несколько. Так, теперь раз, два. Давай. Блин, я промазал, что ли? Раз. Да, наверное, промазал.
Такс, теперь разрушим. И вот сюда обстрел. Минус 11 торов. То есть у меня сейчас не полный штат торов моих. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Высадка пошла. Сбор идет на этой пушке. И сейчас перебегаем. Блин, тогда вот я все думаю. Зажалел. Ух, тут подорвались кто-то на мини, видите, красный. Зажалел там лишний дым, и за счет этого дофига торов потерял. Можно было гораздо лучше пройти. Так, пам-пам-пам-пам. Пам. Так, ну сколько здесь я потерял? Блин, у меня противники закончились. Я не думал, что так далеко пройду вообще. 6 еще, то есть уже 17, минус 17, еще по одного, и я бы, возможно, как раз бы закончил. Так, никто ж не восстанавливаю, не восстанавливаю. Еще бы хоть одного. Так, ну этот один есть, но... Ну, на доктора идти можем сбегать, но там этот тупой слив. А, появился, смотрите, как раз ровненько появился противник. Щит запылен. Ух, щит запылен, да. Блин, туда бежать это нет, туда бежать это не вариант, если честно. Давайте тогда... Давайте тогда, наверное, обстреляем этот щит. Блин, даже не знаю, если честно, как тут поступить получше. Обстреляем его. И еще бомбу, я думаю, так, наверное, две, наверное. Ну, блин, давай, ну, взорвись. Вот собака. Так, 120 заряда. 120 заряда. Все равно еще один обстрел надо тратить. Хотя можно потратить криттеры. И мы побежим вот здесь. Мы с вами побежим вот здесь. Я даже не знаю, как получится, не получится. Нормально так чувак расположил мины. Очень нормально, если честно, очень нормально. За счет этого будет... как бы придется гораздо больше тратить. Блин, ну чуваки, вы что творите? Еще доктор Каван за ними, но... Так, все, идет подхил, нормально, 67 заряда. Идеально, я бы сказал. Так, чик. Я думаю, снесу его, потеряю много, но снесу. А может и нет. Но это не точно. Не, снесу, без проблем. Ну, то есть с проблемой, но снесу. Так, ну... Косячок вначале был, что восстановил 3 торов, но я думаю, эти 3 тора мне особо не зарешали. Вот, уже большая половина потерь, но сейчас бы слиться на ком-нибудь. Так, сколько это я зачистил? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я с какого я начинал, я честно не помню. Да, 50. Вот, 10 противников. 10 противников зачищено, вся карта расчищена. Ну, дальше уже я вам не покажу, дальше победка. То есть это хэппи-энд, это победа моих торов против всех остальных игроков. Осталось их очень мало, 37 можно восстановить. Давайте я все-таки поставлю не торов, а базук для операций. Ну, собственно, и все. Такой, блин, я даже не знаю, вообще интересно это, блин, такое было зачистка карты торами, пока они не умрут, или неинтересное. Я даже не знаю, если поставите много лайков, сниму про базук точно таким же образом, пока не потеряю всех. Насобираю чуть, наверное, больше противников. Могу огнями или кем-нибудь еще. Пишите все об этом в комментах. С вами был Андрей Вар. Всем пока.